проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 15-й том, тема «Семья». Вопрос 3006. Было ли так, что с родителями заодно крестились и дети, а потом они ушли? И что с ними сталось потом? Ответ Игнатия Лапкина. Таких случаев было уже несколько. Дети потом начинают осознавать гибельность избранного ими пути. Семя, посеянное в их сердцах, начинает пробивать толщу безразличия к спасению своей души. Моя мама, Капустина Татьяна Кузьминична, начала ходить на занятия по изучению Библии, которые вел Игнатий Тихонович Лапкин. Дома она рассказывала, что это очень интересно, и иногда брала меня с собой. В то время я была школьницей и ничего не понимала в вопросах веры. Просто нравилось идти куда-то с мамой. Можно даже сказать, что ходила я от нечего делать. Семья наша была абсолютно неверующая. Ничего не знали, ничего не соблюдали. Хотя ранее я была крещена в Покровском соборе города Барнаула, если это можно так назвать. Испытывая какие-то непонятные чувства трепета, уважения и почтения к какому-то непонятному Богу, на волне всеобщего повального крещения в нашей стране я тоже сходила в церковь, покрестилась и ушла. Куда? Не просто в свою прежнюю жизнь, в погибель. Мама продолжала ходить на занятия, очень увлеклась, собиралась креститься. Мы сильно не вникали. И многое казалось странным, непонятным, не вписывающимся в нашу обычную жизнь. Библия, молитвы, посты, богослужения. Что это? Откуда? Зачем? Ведь хорошо жили, так казалось. Зачем эта неясность, споры, конфликты? 12 июля 1992 года мама покрестилась, и я вместе с ней. Понимала ли я тогда важность и ответственность этого поступка? А мама понимала? Конечно, нет. Я была не против крещения, ведь думала, что уже крещена, а оказалось не так, не полным погружением. Но веры должной, возрождения, покаяния, осознания, к сожалению, не было. Поехали в попыхах, взяли белые халаты для крещения. Я даже смутно помню этот день. Но Господь попустил, значит, так было нужно. Не покаяние. Крещение, праведная христианская жизнь, а сначала крещение и только потом, слава Богу, осознание, покаяние, скорбь, оплакивание и искупление своих грехов. Покрестившись, я оказалась членом крестовоздвиженской общины, ходила вместе с мамой на службы, но отказываться от своей прежней жизни, от друзей абсолютно не хотелось. Оказалось, что я многое должна делать, и также многое делать не должна. К этому я оказалась не готова. Думала, что просто верить в сердце, быть хорошим человеком, иногда, когда хочется, ходить в храм вполне достаточно. Наступила студенческая жизнь, а вместе с ней новые друзья, стремления, увлечения. Совесть мучила, мама давила. Жить двойной жизнью становилось невмоготу, и я приняла решение уйти из общины. Я не искала чего-то, не уходила куда-то, я просто жила, как жила, и меня это устраивало. Настал момент принять решение, и я его приняла. Мое присутствие в общине было нечестным по отношению к находящимся там людям, многих из которых я уважала и искренне любила. Я испытала чувство благодарности. Было стыдно и неловко. Я понимала разумом, что они правы, что они молодцы, а я нет. Уйдя, свою связь с общиной не прервала. Прежде всего потому, что мама оставалась ее членом, твердо и уверенно меняя свою жизнь. Также с некоторыми членами общины я общаюсь до сих пор и ценю это. Я всегда интересовалась и спрашивала, чем живет община, что там происходит. Прошло много лет, я окончила институт, работала, вышла замуж, родила дочку. Много всего было событий, раздумий, переживаний, скорбей, перемен.
Скажу только одно, слава Богу, я меняюсь. Туго как-то, со скрипом, но все же стараюсь идти вперед. Раньше было только холодный разум, а теперь как будто до сердца дошло. И чувства переполняют, любовь к Богу и слезы. Многое изменилось и с рождением дочери. Не только ответственность, но сколько тревог за нее. Каждый день молюсь, чтобы Господь дал ей крепкую веру и мудрость, чтобы оградил ее от всякого зла, злых дел, злых людей, от всякой нечистоты. А чтобы все это было, и я должна соответствовать, быть примером, как и моя мама для меня. Я не раз слышала гадости об общине, но я вижу жизнь своей мамы и знаю, на чьей стороне правда, где праведная вера, которой должна спасаться. Я благодарна Богу, что хоть и таким путем Он привел меня туда, где в меня посеяли Слово Его, которое прорастает. Там, в общине, я познакомилась с Богом. И еще я благодарна за молитвы обо мне. Те, кто молились и молятся, знают. Низкий вам поклон. Пономарева, в девичестве Капустина, Екатерина Александровна. Телефон для связи в Барнауле 61 11 62. Лука, 15 глава, 13 стих. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Псалом 114, 7 стих. «Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Иеремия, 3 глава, 1 стих. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та, а ты со многими любовниками блудодействовала? И однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Иеремия, 3 глава, 12 стих. «Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, — говорит Господь, — не вечно буду негодовать». Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.